Not your typical face. Мои треки не для целых тех, что любят скрываться. Мои треки для отпиленных, что любят врываться. Пьян хан, он меня не предаст. I'm a phantom in a phantom. Ghost rider, kill him with a balance. Killer with a coca boy named a Holly Valley. Yo, pulse up, motherfuckers. Pulse up, homies. Pulse up, homячки. Homячки. Так я сказал, странно, да? Ребятки, сегодня у нас Face, Slime. Давайте сначала прочитаем, что написали мои друзья из Fast Food Music по поводу этого альбомчика. Shall we? После выпуска остросоциального и политизированного альбома «Пути неисповедимы», Face, казалось бы, сменил творческий курс и растерял огромную долю аудитории, привыкших к его более легкодоступной и беспечной музыке. Дети. Что же? Иван Дрёмин возвращается к тому, за что его полюбили изначально, но теперь он очень сильно вдохновляется Young Thug'ом. OG Buddha, what's up? Это касается как образа и исполнения изображения змеи в своей эстетике, так и названия Slime, слово, которое популяризировал именно Thugger. Окей, давайте начинать. Первый трек «Подруга подруг». Окей. Yeah. Listen. Все, ладно. Захожу в клуб, забираю двух. Это не моя подруга, подруга, подруг. Я как будто бы во сне, я нихуя не выкупаю. Захожу, почему я накурился, почему опять бухаю, чё за люди, а? Слушай, сука, нахуй твои надутые губы. Приведи ко мне бойфренда на асфальт, уроню его зубы. Захожу в... Да, окей, Фейс уронит бойфренда суки с накачанными губами. Окей, Фейс, I see you, my boy. Кто-то станет известным и проебет там свой разум. Я выебал индустрию, но подцепил мне заразу. Ты можешь проебать нервы и даже можешь покончить с собой. Кто-то садится на первый, кто-то подружит с гидрой. Я так люблю. Слушайте, хорошо. 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 Следующий трек. Рыть. Я помню, как я был зависим от моделей. Я помню, как я разлагался в их постели. Йоу, это вообще Фейс? Голос вообще другой Фейс. Нетипичный Фейс. Not your typical face. Вырубаем грамм и литр коньяка. Окей, бейби, но все же maybe. Ты передумаешь, а если нет у тебя любви ко мне, то ты придумаешь. Ну, блин, я не то чтобы не фанат такого. Наверное, все-таки не фанат такого, но звучит неплохо. Про девочку, да, которая даже если Фейса не любит, все равно его должна полюбить. Потому что как можно не любить нашего Фейса, ребятки? Следующий трек. Pause. Puffs. Вот, ребят, как раз-таки вот эти 80-е года. Сразу представляется Vice City. Кстати, вот расцветка даже похожа чем-то. Кто следит за баскетболом, Miami Heat, у них есть такие джерси. Вот это Miami, вот это Vice City вайб. Вот прям вот это чувствуется. Это мой баунс, это мой саунд. Звук West Coast, но у меня есть саунд. Бэйби, давай-ка без пауз. Я на мягких лапах называй это пауз. Йо, вообще такой прям диджейская, да? Клубничок какой-то прям. Представьте вот эту набережную в Вайс-Сити. Ролики на четырех колесах, все вот эти делишки. Прикольный вайб. Выглядим жестко, будто из Blast или из Clips. Эй, what up, guys? Эй. Ведь я участник группировок, а ты просто блогер. Делать только один куплет, но я понял, что ты захочешь как много больше. В прошлом году я хасил в Уфе, в этом году я даю шоу в Польше. 10 гирна, нет. Клубничок, странный такой вайб, но мне нравится, мне нравится. Следующий трек — «Спасательный круг». Нет? Окей. Мне не надо друзей, мне не надо подруг. Сам себе пиздатый друг, я не спасательный круг. Мне не надо семьи. Facts. Забирай с собой свои кошелок и нахуй пошел. Эти синие куплила и стич. Я не жму твою руку, если знаю ты снич. Мои треки это вирус, да, как будто бы. Окей, окей, окей. Не жму тебе руку, если ты снич. Если ты крыса, никаких вот таких дел не будет от Фейса, окей? Я показал на пример, эй, трэп-революционер. Эй, люди тупые, как блогеры из Инстаграма. В чем проблема, бро? Ладно, ты там сказал блогеру из Инстаграма. Я не из Инстаграма хотя бы. Ну, чувак, камон. Почему так ты? За что? Я и сам нормально продержусь. Продержусь. Мне нравится, как Фейс тут миксует и рэпчик, и вот эти вот завывалочки, так сказать, да? Хороший, приятный трек. В чем проблема только с блогерами, бро? Ну ладно, а рэп могут все читать. Ты тоже, получается, ничего особенного не представляешь?
Come on, my boy. Ладно, ребятки, следующий трек мой, Калашников. Мы его слышали. У меня есть реакция на его клипецкий. Хороший трек. Bye-bye, засыпай, мой Калашников. Следующий трек, она хочет меня. Еще одна melodical bitch. Ты на мне сверху, или ты снизу? Или нет? Покажи мне стретчинг, я покажу фитнес. Покажи мне йогу, я му... Йоу, если девочка тебе показывает стретчинг, то есть она с хорошей растяжкой, ПС тебе покажет фитнес. Мощная, жесткая кардиотерапия тебя ждет, киска. Ха-ха, окей. Моё грейли. Что это за песня? Вот такое пение, это было уже где-то. Очень популярна какая-то песня. Не могу вспомнить, что это такое. Это не рэп? Солнце меня любит, будто бы я тоже рыжий. Если бы не ты рядом, я бы не выжил. Нашел бы окно и вышел. Или с крыши. Я съем тебя, сушь, со мной тебе лучше. Это песенка про его девочку? Или нет? Я хочу вам сказать, ребятки, что Фейс... у меня фейерверк за окном. У меня фейерверк за окном, он меня прерывает. Фейс намного умнее, чем многим кажется или казалось. Потому что он своими хитами, грязными, да, казалось бы, тупыми. Ну, не казалось бы, тупыми, но он сделал себе мощное имя, ребятки. И сейчас будет потихонечку дальше все мощнее и мощнее становиться. Пусть So Good, королевская ложа. Ты мой друг, как мой брат, так что я прощу капризы. Я забью в тебя шайбу, будто бы капризов. Кто такой Капризов? Ну, я понял, что хоккеист. А, понял. Молодой наш крутой хоккеист. Окей, ну, прикольно, что он делает отсылки на хоккеистов, на спортсменов. То есть, ну, у рэперов это принято как бы. Вот, да. Молодец, Фейс. Окей, ребят, ну, такое не знаю насчет этого трека. Не знаю. Окей, следующий трек. Это Фейс. Это Фейс, это Фейс, это Фейс, я. Я кончал ей на Фейс, прям на Фейс, да. Это Фейс, это Фейс. Мы поняли, хороший куплет, точнее, хороший припев. Давай дальше. У меня бриллианты, выгляжу не хуже, чем Рианна. У меня Калашников, он из Пакистана. Пакистан. Мой бывший менеджер получит от меня въебало. Все мои бывшие друзья нищеёбы и хамы. Я научу... Слушайте, вот это очень хороший флоу, мне прям нравится, как он заходит. Хорошо, хорошо, ребятки. Это Фейс, пиздатый тречок. Грозный трек. Неплохо, неплохо. Хорошо, мне понравилось. Следующий трек. Уф, ребятки. Тоже его уже слышал, и я думаю, многие из вас его слышали, поэтому мы его скипаем. Мои треки не для целых, тех, что любят скрываться. Мои треки для отпиленных, что любят врываться. И последний трек, ребятки. Трек называется так же, как и альбом, а именно Слайм. Мелодичный? Это мой слайм, он меня не предаст. Слайм, если что, это то же самое, что хоуми, типа супер мощный кореш. Вот видите, он и говорит, который его не предаст. Он меня не предаст, если мусора на стриму. Он меня не предаст. Я что-то вспомнил сразу, по Первому каналу раньше была передача с утра по выходным «Играй гармонь» или что-то такое, где бабушки и дедушки на гармошках, на всякой вот этой теме играют, на баянах, я не знаю почему. А вообще, слава богу, что эта передача закончилась. Ребят, кстати, я недавно смотрел, это офф-топчик небольшой. Вот «Поле чудес», да? Приходил к родителям домой, смотрю опять, «Поле чудес» идет. Ну, они-то не смотрят, это просто как-то на фоне там. Ну, просто Первый канал там включен, когда ужинают. «Поле чудес», ребят, всю мою жизнь сознательную. Сознательно это после 18 или сознательно это так, когда я уже в своем сознании? Наверное, второе. В общем, всю свою жизнь я помню этот чертов «Поле чудес». Сколько можно-то уже? Успокойтесь, «Поле чудес». Хватит «Поле чудес» это, нет, ребят? Хватит. Как этому чуваку... Как его зовут вообще? Якубович. Леонид Якубович. Хватит тебе, может, деньги у тебя есть? Пожалуйста, скажи ребятам, чтобы они придумали для тебя другое какое-то назначение, дружище. Ну, «Поле чудес», крутим барабан. Ну, хватит. Окей, ребятки. Ангелы в постели, будто Меркель. Губы слад, я призрак, если у нее задержка. Я вечно пьян. Пьян. Слушайте, прикольно он, прикольно экспериментирует. Фейс молодец, что вообще выпустил такой альбомчик. Я призрак, если у нее задержка. Все, если у тебя задержка, Фейс текает с райончика. Если у тебя будет ребенок, это не Фейс виноват. Ребятки, Фейс слайм. Мне понравилось, в принципе, Фейс молодец, что он делает движение.
Знаете, забавно наблюдать, как вся массовая аудитория резко меняет мнение о человеке. Ну, то есть, мнение вот им как-то навязывается. Некоторые люди сказали, что он изменился в лучшую сторону. Все, все сразу любят своего мнения. Или вот эти маленькие ребятки, да, которые просто ненавидели этого человека. Просто раз, меняют свое мнение. Это просто очередной раз доказательство того, что, ребят, не нужно слушать хейтеров своих. Если там вы выпустили что-нибудь, что-то неординарное, к чему люди не привыкли, и у вас там куча дизлайков, например, да, если это интернет, это ничего не значит вообще. То есть, если вы находите своих ребят, потом о вас мнение может быть очень резко поменено. Это был FaceLime, ребятки, сегодня уже третье видео для меня. Если я немножко устал, или выгляжу уставшим, или немножко было грустно, I'm sorry, alright. Слушайте грамотную музычку, качайте и раскачивайте my boys, my girls, okay? Blue suit, crushed see-through tooth was oriental. A teal-toned lobster prepared for my arrival. With two steaks, two grapes on paper plates. Calls two blind dates.